Вопросы? Эдуард Викторович, пожалуйста. Пожалуйста. Эдуард Викторович, скажите, пожалуйста, вот в связи с изменением, что организации газонефтяной отрасли будут платить налоги там, где идет добыча, изменится ли у нас адресная программа, финансирование адресной программы по теплоснабжению Петроградский район, то, что мы принимали Петродворец, курортный район, и особенно вопросы строительства газовых сетей в городах, пригородах. То, что помогал нам «Газпром» в свое время. Или это все ляжет, реализация этих программ, на плечи бюджета Петербурга? Спасибо. Финансирование адресной инвестиционной программы увеличивается. В целом она у нас наибольшие показатели составляет по сравнению с последними, наверное, 4 годами. У нас адресная инвестиционная программа более 100 миллиардов рублей. Она не уменьшается, она увеличивается. Указанные вами изменения законодательной базы, они не отражаются на реализации принятых планов мероприятий и долгосрочных целевых программ. То есть мы продолжаем идти в этом направлении по намеченным планам.